Всем привет! Вы на канале Вета ТВ, и сегодня мы будем говорить о тенях, которые я советую к покупке. Девочки, я брала один какой-то бренд, который нравится мне, и буду я показывать по одному представителю, потому что у меня, если честно, вот это мои любимые бренды, и у меня их по несколько, по две, по три, а некоторые даже и побольше. Но здесь, чтобы видео не было таким объемным, все-таки я буду показывать по одной палеточке. Первый бренд, который я вам покажу, это будет Tommy Tanuka в прессованной формуле. Очень эти палетки мне понравились, но тени немножко тускнеют. Это меня, конечно, напрягает. Но, девочки, палетки все-таки, они необычные. И текстура здесь необычная. Я такого еще не пробовала, и поэтому, да, я хочу посоветовать ее к покупке, чтобы вы именно вот попробовали. Кстати, на свотчах они свотчатся очень довольно-таки обычно, но на глазах это дает что-то нереально красивое и что-то нереально какое-то вот вкусное. Понравились мне эти палетки, я рада, что я их купила, но они очень маленькие. Это меня, кстати, очень расстроило. Следующий бренд, это более бюджетный, но я тоже его советую к покупочке. У меня тоже несколько палеток. Покупала я и по 350 гривен, и по 250. В общем, считаю, что это просто что-то суперское. Это Pierre Rene. Палетки очень красивые. Они имеют современные текстуры. Но, согласитесь, 350 гривен – это очень и очень дешево. Вы получаете здесь и текстуру, как спаркл, и что-то такое дохромище, что-то неплохого качества матовое. Они очень пигментированы. Да, проблемки есть, но, девочки, все равно макияжи получаются очень красивые. И за очень маленькую цену. Я думаю, это вот это просто похвала. Понимаете, Pierre Rene просто умничка. Так, и у меня вообще-то еще одна палетка есть. Она более носибельная, она тоже красивая. В общем, у меня две палетки, они мне обе очень нравятся. Конечно же, я буду советовать палетку от Huda. Это очень круто, это очень необычно. Здесь тоже разные текстуры. Здесь появляется текстура, которая много брендов, вы знаете, они подражают, они хотят подражать этой текстуре. Но такое, как мы видим у Huda, все-таки пока что я не видела нигде. Возможно, наиболее приближенными к Huda будут от Rude Cosmetics неоновой палетки. У меня она одна. И что-то очень похожее именно по нанесению, именно по текстуре. Вот. А так, конечно, Huda, она крутая, она незаменимая. Плюс вот такой вот глиттерный оттенок. Это он не было называется. Я тоже вот в прессованной форме, именно в прессованной формуле нигде не встречала. Ни в одной палетке, ни в одного бренда. Считаю, что это очень круто. Поэтому, девочки, если вы Huda не пробовали, попробуйте хотя бы одну палетку. Именно вот я говорю сейчас за большие палеточки. Потому что, ну, я маленькие не пробовала, кстати, они многим даже не нравятся. А вот эти вот большие, ретроградный Меркурий, я не зря его показываю, потому что на данный момент это самая моя любимая палетка. И от Huda, да и вообще в моей коллекции, одна из самых любимых, да, девочки. Ну, показываю вам только самое лучшее. Также я хочу посоветовать бренд Viseart. Я попробовала его в этом году. Но, девочки, здесь очень хорошего качества матовые. Они пигментированы. Они какие-то податливые. Девочки, действительно, вот понимаете, тушуются за несколько секунд. Они сами себя тушуют. Вот немножечко, даже если у вас нет каких-то вот крутых навыков, вот вы немножечко себе там что-то там подтушевали, и просто вот все. В общем, понравилось, очень понравилась эта мне палетка. Я немножко, возможно, жалею, что я купила именно вот эту вот фиолетовую. Потому что она очень похожа на все остальные фиолетовые, которые есть в моей коллекции. Я делала обзор, я об этом говорила. Надо было бы все-таки купить какую-то другую, чтобы качество было тоже, но какое-то хоть разнообразие палеточное, да, по цветовой гамме. А так, эта палетка по качеству, она реально крутая. И если бы у меня не было предыдущих палеток, я бы купила первую, именно вот эту. Вот она хороша. Да, она хороша. Я, конечно же, рада, что она у меня есть. Также бренд, который я очень люблю, но... Есть один такой, я не скажу, что это минус, просто они рассчитаны на девчонок потеплее. Как-то для нас, для славянских девчонок, у них мало продуктов. Это Too Faced.
Мне очень тоже понравилась формула Металлика. Девочки, я считаю ее одной из самых лучших. Вот это вот Chocolate Gold, это моя любовь, это моя первая палетка. С нее у меня-то все и началось. Говорят, что разница качества от палетки к палетке. Что касается вот этой, я в восторге. Это одна из моих тоже самых любимых. Но если так посмотреть, здесь все-таки много тепленьких оттеночков. Но, девочки, они вот это вот все золото, оно хоть в этой палетке именно, оно балансирует. То есть нам оно еще подойдет. Но будьте аккуратны, потому что у них есть нейтральные палетки, которые подойдут всем, но есть палетки довольно тепленькие. И, конечно, вы можете разочароваться. Но вот что касается текстуры, это что-то с чем-то. У меня на данный момент 3 палетки от Too Faced. И я не готова останавливаться. Я буду покупать еще у них палеточки. Они мне очень понравились. Такие металлики, как у Too Faced, я не встречала ни в одной палетке. Просто очень круто, очень дорого. И я чувствую себя тоже очень дорогой с этой палеткой. Ну, плюс, конечно, запах, оформление. Люблю, люблю эту палетку. Также я советую Алекса Рудковского. Это украинский бренд. Почему взяла я именно это Neon Air? Кстати, я не знаю, почему я ее взяла. Потому что эту палетку я не буду именно в этом видео. Вообще, она мне очень понравилась. Я рассказывала, что эта палетка, она немножко сложновата по цветовому наполнению. И немножечко возникают трудности при сочетании оттенков, именно когда вы наносите макияж. Немножко здесь вот этот вот синенький, он нереально красивый. Но, девочки, он как-то, вы его можете очень легко перетушевать. Он не тускнеет в течение дня, но, как по мне, кстати, у меня сегодня макияж сделан именно этой палеткой. Синий, конечно, здесь очень-очень крутой. Но здесь нужна подложка. Именно под этот синий я чтобы все-таки что-то подложила. Как-то он не цепляется за веко, понимаете? Он как-то очень легко перетушевать. Вот. А так палетка нереально красивая. Почему же я ее не советую? Потому что здесь много глиттера в этой палетке. Так как многие глиттеры не любят, я хотела показать другую палетку. Но почему-то именно вот только что схватила эту. Потому что, ну, не знаю, ну, она мне тоже понравилась. Девочки, если вы не против глиттеров, тогда тоже можете брать, потому что она хороша. Вот, менее проблемная палетка именно манго. И я думаю, что если вы хотите начать знакомство с Рудковским, все-таки нужно брать вот эту палетку. Или если вы против глиттеров. Она мне тоже очень понравилась. Здесь тоже есть проблема. В основном проблема здесь одна. Это вот такие вот оттенки, которые требуют тоже подложки. Он сам по себе не хочет раскрываться. Но, девочки, на чем-то клейка. Это такая красота. Это холодный, красивый перелив, который... Девочки, я когда вот делаю макияж этими палетками, они сложность вызывают и в притушевке, и как-то вот макияж занимает время все-таки, если так, ну да, положа руку на сердце. Но когда ты смотришь уже сделанный макияж, как-то глаза не хочется отводить. Очень уж красиво это все переливается, это все как-то красиво уходит в кожу, девочки. Ну, я просто в восторге, если честно. Понравились мне эти палетки. Я не знаю, почему так мало о них говорят. Возможно, потому что бренд, не знаю, он как-то не пиарит свои палетки или как, я не знаю. Рудковский, ну дайте, господи, пару палеток блогерам. Хай себе девчата разрекламируют. Я, как обыкновенная девочка, женщина, Ракета Павловна, которая просто любит пользоваться косметикой, которая любит макияжи, которая получает нереальное удовольствие при медитировании, да, при накладывании косметики, могу сказать, что да, эта палетка меня просто на седьмое небо поднимает. Люблю, полюбила я эти палеточки, хоть они в некотором роде немножко сложноваты. А палетка, как раз вот, которой у меня вообще нет никаких претензий, это, не, ну они есть, но я их очень люблю, поэтому не хочу озвучивать эти претензии. Это палетки от ABH Cosmetics, коллаборации с Нарбиной, это у меня Volume 5. Очень мне эта палетка понравилась, вообще, девочки, все Volume мне очень понравились. Я не пробовала только третий, все остальные палетки у меня есть.
И будет Настя и выпускать еще в коллаборации, да, я буду покупать еще, потому что ее стандартная линейка мне не понравилась, тени на мне тускнели, и блестяшки, хотя блестяшки, конечно, там супер. Здесь тоже блестяшки хорошие, матовые, здесь немножко будут посуше, чем в маленьких палетках от Анастасии Beverly Hills. Но за счет этого они не скатываются, не тускнеют. Работать с ними легко все-таки, а намного легче, чем, например, с тем же Рудковским. Матовые тушуются гораздо легче. Но макияж тоже получается очень красивым. У меня вообще просто голова идет кругом, когда я смотрю на эту палетку. Просто какое-то нереальное удовольствие. Они у меня тоже вызывают, эти палетки. Они очень красивые. Они какие-то хоть и большие, но они компактные. Они насколько красивые, девочки. Ну, прям, ну, умеет же бренд делать, да, он умеет. Ну, получилось это у Насти. Я прям очень довольна, что я стала владелицей именно вот таких вот палеточек. Да, хотя очень боялась, кстати, с сайта заказывать. Я заказывала с официального. И, девочки, круто пришло, все очень быстро. Принес мне курьер вообще беспроблемно. Так что прям не будете заказывать именно с этого сайта. Там много подарочков, много разных акций. Просто нужно за этими акциями следить. Вот, да. И все будет ток, девочки. Не переживайте, все будет добро. Так, также очень мне понравились вот эти Juvia's Place. Именно Вахала вторая. Я так поняла, что новые запуски, они тоже уже идут с очень такой крутой формулой. И там, во-первых, палетка, будучи очень, я считаю, очень дешевой, я не помню, во сколько она мне обошлась, но я помню, что я офигела, когда я попробовала качество, я посмотрела на цену. Палетки все-таки дешевые. Плюс там тоже очень большие скидки бывают, там в 50% скидки. Не, я бы советовала именно вот такие вот новые запуски, потому что здесь и дуохромы, и вот этот вот триохром вообще, матовые здесь неплохого качества, они пигментированы. Хотелось бы, чтобы немножко лучше тушевались, чтобы блестяшечки были более такие маслянистые, податливые. Но если брать в целом, палетка супер. На, девочка, вот это, что так блестит сильно, это глиттеры. Поэтому, кто глиттеры не любит, тоже нужно быть поаккуратней. Потому что они здесь не очень хорошего качества. Но если вот не брать во внимание именно эти глиттеры, палетка очень крутая. Ее, кстати, многие сравнивают с палеточкой Наташи Денона Circle Loco. Она действительно по цветовой растяжечке очень похожа. Я не знаю, я не могу сравнить текстуру. Я хочу, блин, девочки, я закажу себе все-таки Наташу Денону эту палетку. Она меня уже достала, она уже мне снится. Зараза, с палеткой очень дорогая, но, девочки, ой, если кто пробовал, напишите мне, пожалуйста, покупать или не покупать. Я уже всех задолбала. Купить, не купить, купить, не купить, купить, купить. Наверное, все-таки купить. В общем, эту палетку тоже советую. Попробуйте вот эти новые запуски в Juvia's Place. Дешево, сердито, очень быстро пришло, девочки. Палетки тоже очень крутые. Также я советую попробовать бренд Стила. Вот как-то раньше она была в обзорах, и девчонки там что-то не понимали, что делать с этой палеткой. И да, я скажу, что если вы креативная девчонка, и вам нравится вот что-то такое, там какие-то многогранные, какие-то вот очень крутые макияжи вы можете делать, возможно, вам эта палетка не зайдет, потому что палетка сама по себе, она очень простая. Я пробовала делать переходики, недоходики, куда там, что там. Все это плохо получается, грязно, некрасиво, не потому что я уж слишком такая безрукая, а потому что оттенки между собой плохо дружат, именно вот эти вот блестяшки. Но если вам, вы любитель простых макияжей, то есть, но красивых, выразительных, вкусных, Стила поможет вам это сделать. Здесь формула очень необычная, она похожа как на что-то вот такое, как у La Mer, да, были вот эти вот... Да, у самой Стилы были вот эти вот глиттеры, да, в этих жидкие. Это вот что-то такое блестящее, глиттерное, но в прессованной форме. Блестит как не в себя. Но макияж простой. Вот складочку, формочку себе сделала, нанесла на подвижечку вот какой-то из этих блестяшечек и все. Здесь есть аутсайдер, вот этот оттенок. Кстати, он чем-то мне напоминает у Визиард, вот этот вот зеленый. Он там неудачный, здесь он неудачный. А так все остальное просто класс. Палетка хороша.
Очень-очень понравилось. Почему тоже о стиле они говорят? Я не знаю. Ну, она же она необычная. Она очень необычная. Она меня этим подкупила. Я прям люблю делать макияж, когда мне надо быть красивой, но быстро сделать, я вот к ней пойду. Я прям пойду к ней, да. Я все это дело спрошу. Бренд, который я тоже вам советую попробовать, потому что мне очень многое нравится. Кстати, у Стила я пробовала только одну палетку. Если перед этим я показывала, у меня много брендов разных. А, и Визиарт у меня только одна, потому что я попробовала только в этом году. Но мне они понравились. Возможно, я еще даже буду заказывать. А вот Glam Shop, у меня очень много палеток, и я советую. Девочки, нужно быть тоже поаккуратнее, потому что есть там все-таки палеточки, которые по качеству хуже. Чтобы на них не напороться и остаться довольной, посмотрите обзоры, почитайте, не поленитесь. Я думаю, вам будет приятно об этом, обо всем почитать. И подберите себе ту палетку, которая действительно вам понравится, и вы будете в восторге, вы будете кайфовать каждый раз, когда будете ей пользоваться. Я вообще называю Glam Shop, это палетки просто для Золушки. Я обожаю эту сказочную героиню. Кстати, кто любит Золушку, девочки, это не очень хорошо. Вот, нужно все-таки покопаться, покопайтесь в интернете, почему же это не хорошо, если вы чувствуете себя Золушкой. Нам нужно будет с вами меняться. Ничего, мы займемся, да? Мы займемся с собой, все будет хорошо. Вот, и мне как-то на глаза попался такой очень красивый стих, он такой смешной. Я даже вам выписала, потому что вот, ну, некому мне почитать, поэтому послушайте вы. Вот, а тоже он о Золушке. Я Золушкой вчера представила себя, ее в себе я даже ощутила. Я опоздала полночь обойдя, по тыкве очень сильно получила. Какой-то он смешной, кстати, автор. Он захотел остаться неизвестным. Да. Хотя почему хороший стих вообще? Мне очень он понравился. Да, кстати, сказка вообще Золушка, она очень красивая, но я бы ее все-таки, если адаптировать ее под нашу жизнь, да, я бы ее читала задом наперед, потому что все-таки, да, там как, сначала она была никакая, а потом она стала прям царевной, и все там такое, принцесса и эти все вещи. Но на деле то мы это все вообще задом наперед нужно читать, потому что сначала мы просто такие, знаете, независимые какие-то вот красавицы, да, прям такая осанка у нас и все эти вещи, но потом, когда мы выходим замуж, получается так, что мы потом встаем какими-то вот растрепанными, задерганными и вообще порабощенными женщинами, понимаете, мы стоим как рабыня Изаура, то видели этот фильм, да, просто какими-то вот рабынями, да, хотелось бы все-таки наоборот. Вот чтобы тебя полюбили и накрашенную, и не накрашенную, в любом состоянии. Вот, чтобы сначала пришла какая-то вот неистовая любовь, потом уже, да, чтобы ты превратилась в какую-то такую расслабленную, одухотворенную, красивую женщину, которой вообще ничего в жизни это не надо, потому что у нее все есть. Вот, да. Очень советую тоже палетки от Glam Shop. Если не пробовали, попробуйте. Попробуйте Sparkle от Bernovich, потому что в палетках от Glam Shop очень много таких текстур. Вот. Также мне очень понравилось, ну, это вообще моя любовь, это, наверное, бренд на данный момент номер один. Мне нравится очень Anastasia Beverly Hills, но все-таки там вопросиков у меня больше, потому что Anastasia Beverly Hills, она почему-то позволяет себе из палетки в палетку, и даже в одной палетке, да, в одном волюме, оттенки, они очень близки. Вот зачем? Почему? Да, зачем? Вот я плачу деньги, я хочу разные оттенки. Я же беру большую палетку. Если бы я хотела один оттенок, я бы и купила один оттенок, правда? А я хочу вот много. Ну, кстати, Анастасия, да, это нас надуло в этом плане, как-то она не подумала. Вот, а Jeffree Star, он такого себе не позволяет. Вот это вот мой, на данный момент, это мой самый любимый бренд. Я его уважаю за то, что, во-первых, конечно же, сколько много палеток и оттенки не повторяются. Вот какую бы я палетку ни брала, ни сравнивала оттенки, они всегда разные. Если я беру какой-то оттенок синий, да, он будет не чисто синим, он будет какой-то многогранный, он будет какой-то объемный, красивый, вкусный.
Чуть-чуть я много сказала слово вкусное, потому что я есть хочу, девочки, если что. Так, ладно. Ну, вот это вот моя любимая палетка. Это палетка Bloodlust. Когда я уже выучу название, я не знаю. Вообще никаких претензий к этой палетке. Она вообще, она без изъяна, она самая крутая. Она, это то, что тянется всегда. Моя рука вообще, наверное, вслепую, когда я закрою глаза, я все равно эту палетку найду. Ну, плюс она, конечно, еще и необычная, да. Ну, да, один минус это то, что она очень громоздкая. Вот это вот, да. Хотя, с другой стороны, ты когда ее ложишь, ее всегда видно, она всегда красиво как-то вот лежит, отдыхает. И, не знаю, мне это тоже в ней нравится. Я обожаю текстуры, я обожаю, как работают матовые, как сочетаются оттенки. Девочки, я не знаю, как он это делает. Любой оттенок, любой палетки вы возьмете, они сочетаются между собой. Что не скажешь о других палетках. Бывает так, что ты, ну, реально не знаешь, как сочетать, куда какой оттенок наносить, чтобы получилось красиво. Некоторые бренды помогают, они как-то эти оттенки там, да, соединяют или как-то в линеечку, или как-то там в треугольнички, и потом рассказывают, как надо этим пользоваться. Некоторые бренды, они нас оставляют один на один с палеткой. Вот ты смотришь, реально, глаза на выкате, вроде бы как все красиво, а куда как, ты не знаешь. Здесь все очень просто. Бери любой оттенок, все, и будет тебе счастье, девчата. Классная палетка, не знаю, возможно, конечно, да, некоторым не нравятся тени от Джеффри Стар. Ну, мне нравится, вот просто мне нравится. Я, конечно, я нормально отношусь, если кому-то не зашло, потому что мы все разные, и это очень круто. Если бы мы все были бы одинаковыми, да, одинаково худыми, одинаково все там с доскуналыми лицами, это было бы неинтересно, ну, согласитесь. Но я бы, честно, я бы не хотела встать с утра, выйти на улицу, пойти на работу и видеть просто себя. Кругом я. Не, ну, конечно, себя любить надо, но не до такой же степени, чтобы потом от себя же и тошнило. Зачем? А то, что есть возможность вот научиться у кого-то чему-то, то, что мы все разные, это очень и очень круто. В общем, люблю очень эту палетку, она мне очень нравится, и все, в общем, в ней хорошо. Я, наверное, еще раз повторю все-таки слово вкусные. Все эти палетки, которые я вам показала, они действительно очень крутые, они простые в использовании, они вообще не вызывают у меня никакого дискомфорта, только позитив, только позитивные эмоции, и буду еще покупать у этих брендов, они крутые. Просто пусть работает нам на счастье и нам на радость. Вот. Так что, мои дорогие, живите со вкусом. Пока что у нас еще есть аппетит. Все, девочки, я пошла жрать. Всем пока и до новых встреч. И встретимся мы, конечно же, в новых видео. Пока-пока.